Привет, друзья! Вы на канале «Очень вкусная еда». И сегодня мы готовим закусочку. Мы делаем рулетики из лаваша. Это моя любимая закуска. Они получаются обалденно вкусными. И сейчас я покажу свой рецепт приготовления этих рулетов. Ну что, поехали! Итак, друзья, мы делаем рулетики из лаваша. Использовать мы будем фарш. Вы можете взять любой, какой вы любите, говяжий, из баранины, свиной, то есть что кому нравится. Для этого нам понадобится вот обычный лаваш. На один рулет идет 2 штуки. Сначала мы смазываем его сливочным маслом, которое мы растопили на печке, чтобы он был не сухой. Вот примерно такое количество. Лаваши бывают разные, вы можете их приготовить сами. У нас из магазина, из упаковки лаваш. Они бывают разных размеров. В нашем случае нам попался именно вот такой. После того, как мы смазали маслом, мы сверху добавляем сыр. Можно взять потереть, один из твердых сортов сыра. Вот у нас продается уже потертый сыр, то есть просто из упаковки на лаваш. Примерно вот такое количество. Сверху мы ложим второй лаваш, то есть в рулете у нас 2 лаваша, который тоже мы смазываем раз топленным сливочным маслом. Ну а потом мы подготовим фарш, а наши лаваши пропитаются маслом. У нас фарша примерно грамм где-то 500, может больше. Я не думаю, что нам понадобится такое количество. Но лучше пусть его будет, чем потом не хватит. То есть мы из остатков фарша потом сделаем, может, пару котлет. Вот. Фарш мы добавляем на это количество 2 яйца. То есть примерно 1 яйцо на 300 грамм фарша. Каждый может любые специи добавить, которые он любит в фарше. В нашем случае мы добавим немного соли и тщательно все это дело перемешаем. Пришло время использовать главную начинку – фарш. Мы стараемся его распределить как можно тоньше. Хотя, кто любит побольше фарша, делает по своему вкусу. В нашем случае это фарш свинина плюс говядина. Вы же можете использовать какой вам больше всего нравится. Мы взяли луковицу, петрушку, укроп, мелко это все дело порезали и сделали вот такой вот кишмиш, то есть перемешали все вместе. Теперь мы это отправляем сверху на фарш. Зелень с луком придаст свой сок, свой аромат, свой вкус. Вот так вот, да. Теперь мы наши рулетики аккуратненько заворачиваем. У нас 2 лаваша с сырной прослоечкой. Причем сыр можно ложить в принципе любой, какой у вас дома есть. Не обязательно твердый. Вот такой рулет.
у нас получился. Вот таких три рулетика у нас получилось. Их можно сделать, конечно, больше, сколько кому хочется. Вот. Теперь мы их смазываем. Мы взяли яйцо и яйцом смазываем. Оно покроется такой вот корочкой. Смазываем все три, естественно, и отправляем в духовку 180 градусов на 20 минут. Вот такие чудесные рулетики у нас получились. И мы их разрезаем на небольшие кусочки. Вот такая красота. Внутри сочная, хрустящая, вкусненькая. Пробуем, друзья, что получилось из наших рулетиков. Запах обалдеть. Очень вкусно. Сыр, фарш, зелень. Это неописуемо. Да и сам лаваш. Получился очень вкусным. Закуска просто супер. Невозможно остановиться. Их можно так брать, есть и есть. Друзья, ставим лайки, подписываемся. Какой восхитительный вкус. Ну а мы увидимся в следующем видео. Пока!